Оперативно-розыскная деятельность, как открытая учебная дисциплина, есть основанные на научных исследованиях устоявшиеся системы знаний о сущности и содержании оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в гласной форме, служащая цели обучения специалистов в области юриспруденции и прежде всего подготовки профессиональных кадров для правоохранительных органов. В основе освоения междисциплинарного курса лежит изучение нормативно-правового материала, составляющего оперативно-розыскное законодательство. Междисциплинарный курс включает тематику, основанную на логическом раскрытии основных положений Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Значение междисциплинарного курса 0301 «Основы оперативно-розыскной деятельности». Современная реальность в правовой области такова, что без глубоких знаний законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности и общего представления о ней, уважающий свою профессию юрист, в какой бы области он ни работал, считать себя высококвалифицированным специалистом не может. Базовые знания об оперативно-розыскной деятельности необходимы не только сотрудникам оперативных подразделений государственных органов. Конституционные требования соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, ограничения которых в отдельных случаях законно допускается в оперативно-розыскной деятельности, могут быть реализованы только при условии хорошего знания основных правил ОРД всеми, кто вовлечен в эту деятельность. И, конечно же, знание основ оперативно-розыскной деятельности – одно из условий успешной профессиональной деятельности достаточно широкого круга специалистов.